Это я гуляю в новом капоре, который сшила сама. Выкройку найдешь в конце видео. Соединяю детали капюшона между собой. Швы разутюживаю. Мой капор двойной, а потому теплый. Здесь я присоединяю подклад, а потом выворачиваю. Расправляю срезы и утюжу. Это ткань евроангора, и она очень мягкая. Отсекаю ненужные припуски. Концы капора накладываю друг на друга внахлёст и соединяю ручными стежками. Вы еще не уснули со мной? Далее собираю ворот капора и швы разутюживаю. Получилась труба, один конец которой нужно обметать на оверлоке. Затем надеваю ворот на капор. Вот так. Соединяю их между собой вручную, а затем на машинке. Перегибаю ворот пополам и пришиваю его свободный край к нижнему срезу капора. А вы любите ручные работы? Они так успокаивают. А вот и выкройка. Мой капор готов к прогулкам. Ну и как вам результат? Поставь лайк.